О роли языков говорили в Высшей школе иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского университета. Состоялась 11-я международная научно-практическая конференция «Иностранные языки в современном мире». Обмен теми знаниями и приобретенными каждым специалистом навыками, которые мы можем поделиться друг с другом для того, чтобы улучшить процесс интеграции нашей любимой страны в мировое пространство. Для участия в конференции гости приехали из более чем 30 городов России, 5 стран мира. Это представители ведущих университетов. Конференция объединяет именно этих людей, чтобы эти люди дали вот этим магистрам, значит, бакалаврам, выпускникам, нашим аспирантам сведения, значит, информацию, компетенции, которые позволили бы быть конкурентными в мире. Главной задачей конференции является обсуждение актуальных проблем языковедческого и лингвистического, а также литературоведческого изучения иностранных языков в условиях формирования англоязычной и мультиязычной среды в УЗИ. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.